уважаемые друзья, сегодня мы поедем в сторону поселка Солнечный. До него маленько не доедем, там озеро такое хрустальное. Вода наичистейшая бьет там с родников. Красивая природа. Ну, по традиции, как всегда, отъезжаем от пикника. Заехали, как обычно, за хот-догами, за пиццей. В общем, не переключайтесь. Думаю, будет интересно дальше. Как-то так. Она бежит в золотце. Что ты взяла? Тебе два хот-дога, а мне худеть надо, я чизбургер себе купила. Ни хрена себе ты худеешь. А что ты вот так делаешь? Там же надо за эту, и он вниз опустится, за... Там такая, как лямочка, раз за нее, и он... Ну, вот это вот в заднее, она вниз вообще опустится. Вот. Зачем? Ну она вниз лучше, вот так. Ты до конца. Натяни ее лямку, вот. Мне все не подходит. Все не по-моему, да. Вот такое я говно. Так, сейчас я. Че, не обманули? Нет, я другой фильм. Итак, друзья, вот мы подъехали. Это озеро Хрустальное называется. Сейчас возьмем хот-доги и пойдем ближе к берегу. Там вон дети купаются. Пусть стоит, остывает. Мы пойдем дальше гулеванить. Даже вон беседочки есть детская. А раньше же платно было. Кыска. О, котенок, смотри, выскочил. Кс-кс-кс-кс. А, смотри. Если даже кошка пьет, значит вода чистая. Красиво как, да? Смотри туда вдаль. Ну вот, а что сильно? Вода холодная? Нет, теплая. А тут вон есть катамараны. Слушай, давай заплатим, прокатимся. Он же платный, наверное. Есть. Зато как круто. Смотри, пьет и пьет, пьет и пьет. С похмелья. А где котенок здесь бегал? Красиво, природа такая вдалеке, друзья, смотрите. Там уже тайга. Там директор медведь. Иди, иди поглубже. А вдруг там раз и я, и я.
стоять. Ну и ничего страшного. Ага. Не, а это вообще 1000 рублей за полчаса. Катамаран. Друзья, прейскурант вообще жесткий. Прокатиться на катамаране полчаса 1000 рублей. Интересно, а мне просто, вот знаешь, интересно посмотреть вон там вдалеке, что. Она же куда-то туда, ну, ответвление идет. Да? Это, наверное, датский. Надо горчицу сколько? Эти же домики с ночевой снимают. Ночуют. Если я так думаю, катамаран 1000 рублей, сколько этот домик стоит? Они в аренду брали тоже, вот эти лежаки катались. Это он за ними ездил, чтобы их привезти, что время у них вышло. Маленько. Вкусная булочка, Света. Да. А мне какую-то ты хрень купила. Там голимая горчица. А ну, второй такой же? Нет, другой восток. О, аж в нос бьет. Интересно, сколько тут домик стоит.
Друзья, смотрите, как у меня жена худеет. Булочку с майонезом кушает. С сосисочкой. Смотрите вдаль, какая там красота. Вода тут очень чистая, потому что это с подземных источников бьет родники. Бунеска увидит, как ты эту булочку уделала. Она в шоке будет. Да, сюда бы с ночевочкой. Да? С ночевкой, ну, допустим, да. С вечера или до утра. Че? Вы не испачкали мяч? А че, в меня разве попали? Маленько попали. У него так глаза округлились, когда я спросила, ну, что такого? А там цена 1000, вроде как, да, конечно. Ну вот, друзья, как вам, пишите комментарии, понравилось наше место отдыха. Смотрите, тут вокруг какая природа. Просто шикарно. Заблудиться, как два пальца обоссать. Кто-то плывет. Сдавать поплыли, наверное. А? Ну, такой вот в беседочке, да? Четко посидеть. Шашлыч, там мангалы, все есть. Интересно, сколько такая беседка стоит? Что-то я не пойму, там мелко, что ли, так? А? Девка, он как-то, или под парень, кто это, плывет как-то странно, и стоит, по-моему, да? Девка. А? Мелко, наверное. Света, лови, лови. А?
Кошка все ходит, воду лакает. Где? Да, он забежал туда в беседу. Никого, никого нет, он забегает. А есть мошка? Ну, это можно сказать, нету. Ну да, так как мы вчера были с тобой в лесу. Так это вообще, можно сказать, что а там и вода, и мошка, и капец. Так охота свалить. Все, друзья, сейчас едем домой. Чё? Чё? Представь, сейчас сколько будет от меня грязи в машине. Ой. Ну давай, я поеду, ты за машиной. Ну ты их просто сними, оббей. Пикает. Это ключи вытащи, у нее будет пикать. Даже неохота уезжать отсюда. Лучше, чтобы бы отдала за койко-место, чем за это прокатиться. Что, погнали? Угу. Сейчас налево. Угу. Да-да-да, еще. А, еще. Вот оно и идет туда вправо. А туда я не знаю. Бесплатные. Ну, а что ж, где-то надо людям срать. Если платные, наверное. Если бесплатные.
Ну вот, друзья, мы уехали с этого райского места. Хорошее местечко, хорошо там отдыхать. Ну, дорого, я так думаю, если катамаран, 1000 рублей полчаса. Я думаю, номер это замануха, что от 500 рублей. Может, час от 500 рублей. Может, тут почасовая какая-то такса.